Всем привет! Вы на канале Поиграйка! Поиграйка! Ух, как же скучно! Я уже погулял, сделал все домашние дела и даже потренировался. Привет! Как удачно вы заглянули к нам с Сашей! А вот я точно знаю, что тебе понравится и развеет скуку. Что же это? Это два набора Plush Art от Бандимон. Plush Art? А что это такое? Звучит интересно. У нас с тобой будет своя настоящая творческая мастерская. С помощью этих наборов мы сможем создать игрушку своими руками. Своя игрушка? Серьезно? Но это же очень сложно! Не волнуйся, Саша! В наборе есть все необходимое, а также очень понятная инструкция. Тогда давай приступим! Давай! У нас с тобой есть два набора. С собой и коалой. Кого выбираешь? Мне очень нравятся коалы. Хорошо. А я тогда себе выбираю сову. Сова, кстати, символ мудрости. Сейчас мы будем распаковывать набор фиолетовой коалы. Посмотрите, какая разноцветная, веселая упаковка. А вот и сама коала. Так, аккуратно распаковываем и начинаем доставать. В набор входит скотч, на котором есть специальные стикеры. Потом такие плюшевые помпончики, их у нас 3 штуки, каркас, инструкция, куда без инструкции, и аксессуары, клей, бантик, леденец, глазки и еще 2 такие тоже плюшевые штучки, помпончики. Здесь у нас набор с голубой совой. Здесь у нас нарисована сова-сова. А здесь также есть небольшая инструкция. Здесь у нас есть состав всего набора. А тут у нас аксессуарчики нарисованы. Ну, давайте приступим. Открываем коробочку. Вот что у нас в наборе голубой совы. А что, у тебя в коробке то же самое? Почти. Только детали у меня немного отличаются. Ведь у меня же другое животное. Вот, смотри. Для начала откроем пушинки. Сначала синенькие. Это основной цвет моего совенка. Так. Не хотят вылезать. Вот. Смотрите, какие они. Вот они. Такие мягкие. Еще есть серые. Вот они. И белые. Их количество самое маленькое. Все, все пушинки я достала. Теперь откроем стикеры. Они нам понадобятся, чтобы склеить весь каркас и чтобы приклеить пушинки на нашего совенка. Вот и стикеры. Вот. Они так удобно делаются, ты их берешь просто, вот так на них пушинку надеваешь, и они сами отлепляются. И потом ты сразу прилепляешь на каркас. Откроем сам каркас и его соберем. Он у нас желтенький. Ух ты. Вот у нас здесь есть такие шишечки, на которые надо будет приклеивать пушинки. Вот так вот. Это у нас глазки. Вот так вот они. Мы их, скорее всего, вот так вот, наверное, приклеим. Да, вот так приклеим. И еще клюв у нас есть. Вот так вот клюв приклеим. Как он там приклеится? Вот так. Вот так клюв и глазки приклеим. А это у нас что будет? Это у нас лапки. Смотрите, вот так вот лапки приклеим. Еще у нас есть клей и аксессуары. Вот наш клей. Ставим его. Затем мы сейчас покажу вам глазки. Карие, красивые. Вот. Глазки. Еще есть звездочка, которую он будет держать. Мы ее прилепим на него в последний момент. Корона. Ну и бантик.
Все, мы все достали, сейчас начнем собирать каркас. Сначала надо нам открыть стикеры. Открываем их. И нам надо налепить вот так вот эти. Так, клеиваем. Вот у нас прилепились они. И теперь надо приклеить их. Оп, готово. Теперь надо приклеить клювик. Так, берем для него тоже стикер. Отклеиваем. И приклеиваем клювик. Так, в другую сторону надо приклеить. Оп, все, клювик готов. И, конечно же, лапки. Тут стикеры есть в запасе. Поэтому, если что-то отклеится, можно будет взять еще стикеров и наклеить их на другие. И наклеить их еще раз. Все, каркас нашего совенка готов. Теперь начнем пушинки клеить. Посмотрим в инструкцию. Первое у нас так, каркас мы сделали, все. Теперь надо наклеить глаза. Глазки клеим. Хорошо, вот у нас глазки лежат. Красивые. Вот так надо будет их приклеить. Берем наши стикеры и приклеиваем на них глазки. Первый глаз. Вот так. И второй глаз. Оп. И уже видите, все приклеивается сразу. Стикер сам отлипает. Оп. Все, глазки готовы. Берем беленькие. И теперь берем стикеры. Так, находим вот такую, вот такую вот штучку и наклеиваем на нее стикер. Аккуратненько. Оп, готово. Первое я хочу сделать вот так вот. Оп. Дальше идем. Еще одну пушинку берем. И вот так вот. Так-с. Вот эту пушинку берем и клеим ее вот сюда вот. Так, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Все как надо. Готово. Так, пушки сделали. Теперь приступаем к ножкам. Уже получается очень красиво. Приступаем к желтым пухляшкам. У нас в инструкции, что желтые пухляшки, они держатся на пузике. Вот так вот. Раз. Два. Три. Посмотрите, какой он получается милый. Так, теперь самое интересное. Начинаем клеить вот фиолетовые пухляшки. Смотрите, сколько их много. Так, все, лобик готов. Ого, ничего себе! Я вижу, у тебя твой совенок уже готов. А мне осталось совсем чуть-чуть. У меня осталась одна белая пушинка, и она нужна для хвостика. Еще у меня остались 4 фиолетовые пушинки. Я их добавлю вот сюда. Еще у нас остались аксессуары. Их мы прикрепляем на клей. Чуть-чуть клея. Так, теперь корону. Лер, хочешь прикрепить корону? Давай! Он очень милый. И бантик. Оказалось, это действительно несложно. Зря я переживал. А вот и моя сова. Какая она получилась красивая и мягкая. Ребят, ну а нам пришла пора прощаться. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки. И делайте такие же крутые игрушки вместе с набором Плюш Арт от Бандибон. Кстати, в коллекции есть не только коала и совенок, а также белка, мишка, разные котята и цыпленок. Каждый найдет своего идеального плюшевого питомца. Всем пока-пока!